Здравствуйте, Энрико. Это видео про ваш адаптер для объектива TAIR-11A КПН с одуванчиком Лушникова. Вот, как видите, одуванчик наклеен. Очень аккуратно снимайте и одевайте крышку. Одеваем против часовой стрелки, снимаем по часовой стрелке. И аккуратненько вверх. Совмещаем красную точечку на адаптере и, соответственно, средний контакт с белой точкой на камере. Немножечко углубляем и поворачиваем против часовой стрелки до щелчка. Вот, как видите, камера сразу показывает, что на ней установлен какой-то объектив. Диафрагмы меняются от 2,8 до 22. И фокусное расстояние 135 мм я запрограммировал. В обратную сторону также нажимаем кнопочку, поворачиваем по часовой стрелке и аккуратно вынимаем. Очень вас настоятельно прошу, сначала научитесь вставлять адаптер с одуванчиком в камеру, чтобы не сломать одуванчик. А потом сверху просто прикручивайте ваш объектив, ориентируя шкалу расстояния по вертикали, чтобы она у вас была сверху. Адаптер сидит в камере очень плотно, без люфтов. Сейчас я его упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.